объемы работ согласно температурному режиму, конечно, никакие. Никакие. Можно бить эти шпунты, это все убирать, возить, что это будет применено в укреплении, значит, укрепление. Но что, какие проблемы? Почему такая задержка? У нас действительно есть отставание по графику. Неоднократно мы указывали на это подрядчикам. Были проблемы с оплатой авансовых платежей субподрядчикам. На сегодняшний момент они решены. Вот, подтверждение есть. И с 1 октября, с учетом изготовления шпунта, Валерий Васильевич, здесь будут нагнаны все сроки, которые в этом году у нас стоят.